Мы нация высокообразованная, с большим научным потенциалом, и много чего, то, что сделано, это сделано нашими учеными и нашими специалистами. Поэтому я надеюсь, все, кто посетит выставку в Витебском регионе, приобретет лишний повод для гордости за себя, за свою область, за свою страну, за нашу белорусскую науку. Здравствуйте, вас приветствует компания ePower. Мы сейчас находимся на центральной выставке и хотим представить вам нашу эксклюзивную зарядную станцию нашего собственного производства, которая может с распределением тока три коннектора занимать автомобили. Сейчас эта продукция востребована, идем с ногу со временем, электричество как идет в энергии от нашего мозга, поэтому она всегда здесь и присутствует. То есть представлены автомобили, электрозарядные станции, инвалидные коляски, скутера. Наша компания развивает экологию, развивает качество продукции, и мы сейчас хотим полностью производить все продукты на территории Республики Беларусь. И стремимся к этому. Девушка, девушка, вы меня слышите? В данном случае мы демонстрируем оказание неотложной медицинской помощи при внезапном смерти и используем разработанный в нашем университете тренажер профессионального дефибриллятора. В данном случае бригада реаниматологов, это студенты нашего 5-го курса, они оказывают помощь при внезапной смерти пациенту, но не на уровне первой помощи, а на уровне оказания помощи бригады реаниматологов. Симуляционное обучение на сегодняшний день – это прорыв в образовательных технологиях, и любой медицинский работник на сегодняшний день, начиная от медицинской сестры, заканчивая врачом, может овладеть всеми навыками оказания неотложной медицинской помощи, при этом овладеть не на словах, как раньше это бывало, а реально демонстрируя ее и отрабатывая в симуляционных центрах. Витебским государственным медицинским университетом разработана уникальная тест-система «Мультибак». Ученые университета разработали тест-систему, позволяющую идентифицировать ковидную инфекцию. Тест-система ИДСТРЕП позволяет идентифицировать микроорганизмы стрептококки и энтерококки, которые являются возбудителями инфекции как в хирургии, акушерстве, онкологии и в других дисциплинах медицины. Данная система является инновационной. На просторах Евразэс такие тест-системы у нас не представлены. Представлены экстрактами из дикорастущих растений, которые широко распространены в нашей области. В научной школе профессора Чиркина разработана информационная система. Мы можем предложить им изменение системы тренировки, изменение системы питания, что позволит им сделать новый шаг в олимпийских видах спорта в том числе и завоевать медали для нашей страны. Суть проекта – это продолжение реализации идеи интернета вещей. В нее встроены разнообразные датчики, газоанализатор, пульсометр, также тревожная кнопка. В случае экстренной необходимости человек, которому нужна помощь, может передать сигнал тревоги.